Лебедев Вадим Викторович, крановщик. Товарищи крановщики, сегодня на нашем собрании было решение собрать профсоюз, создать профсоюз, профсоюз крановщиков Санкт-Петербурга по названию «Высота». Собрание крановщиков, я был выбран председателем профсоюза крановщиков. Вопросы вступления в профсоюз можно обращаться ко мне. Вот. И по остальным вопросам тоже. Вступайте в профсоюз «Высота». Поздравляю всех крановщиков с созданием нового профсоюза. Непосредственно крановщиков меня выбрали заместителем председателя. Всех прошу вступать, бороться за свои права, за технику безопасности, за повышение зарплат, за белые зарплаты, чтобы сделали. За все это будем бороться. Просим всех вступать.